Avi con Estin. Здесь меня могут заметить. Лучше проверить. Наемники точно придут за мной. Стой! Дальше тебе нельзя. Не часто увидишь стражника у мастерской скульптора. Я выполняю приказы. И пока их не изменят, никто сюда не войдет. В сторону. У меня важное дело. Не пускать людей тоже.
Может, увидишь Фидия после суда, если ему сохранят жизнь. Слушай, меня прислал Перикл. Мне нужно к Фидию. А меня прислали жители Афины, им нужно, чтобы Фидий умер. Уходи, не то умрешь и ты. У всего есть цена. Сколько драхм тебя устроит? А сколько у тебя есть? Вот, бери. Этого хватит. Но если хоть кому-то расскажешь, убью. Смешно. Я хотел сказать то же самое. Извини, что напугал. Как ты справился со стражей? Ты первый, кто смог. Тише, я от Перикла. Хвала Афине. Я в него верил. Я боялся, что они пришлют ко мне убийцу. Надо вывести тебя из города. Он знает о заговоре. Ты про суд? Похоже, у тебя не шанса. Народ меня любит, ведь я Фидий, но есть и другие. Вот. Малака, значит, Перикл спасает тебя не от суда. Это приказ убить тебя. Кто автор? Я не знаю, кому доверять. Я скульптор, я хотел лишь творить. Прошу, скажи, что делать? Сначала успокойся. Тебя ждет суд, люди против тебя, теперь еще и культ хочет твоей смерти. Говорю же, успокойся! Да, конечно. Клеон сказал, ты растратил деньги. Будь его воля, тебя бы уже казнили. Клеон говорил обо мне? Это навредит Периклу. Нечестивость, кража. А мы столько сделали для Афин. Вы с Периклом очень дружны. Наша с ним дружба началась с любви к Афинам, а трудности привели к величию. Это и есть дружба. Ладно, надо идти. Ты знаешь, где тебе можно скрыться? К югу от Афин есть остров Серифос. Там живет мой друг Ферос. Я послал ему весточку, когда узнал о заговоре. Думаю, он сможет помочь. Мне нужны любые сведения о личностях культистов. Да, да, конечно. Стража! Я отвлеку их, а ты беги. Вечером отправимся на Серифос. Пока не встретимся, не открывай лицо. Я понял. Решил, что можно приходить и уходить, когда вздумается, а? Эй, где ты там? Yeah!
Тут наверняка есть охрана. Если подождать, Фиди, быть может, появится здесь. О, ты пришел. И я начал волноваться. Я обещал увести тебя из Афин. Это правда. Твой друг надежен? Мы с Феросом давние друзья. Я написал ему, где нас встретить. Не будем понапрасну тратить время. Плывем на Серифос, пока можем. Берем это на борт, капитан. Впереди шторм. Не думал, что покину Афину. Я не раз покидал дом. Надеюсь, вдали от Афин пульт меня не достанет. Хороший корабль. Не надо этого. Чего? Пустых бесед. О, я вовсе не хотел мешать. Просто не так часто мне доводится выходить в море. Здесь свобода. Да, свобода. Верное слово. Хотя меня уже слегка вредит. Не то придется убирать. Там вроде что-то ценное.
Твой желудок тоже бун... Приказом.
Рад видеть тебя в добром здравии, Фиди. Спасибо, Ферос. Как видишь, я прибыл не один. А, да, благородный воитель, о котором ты мне писал. Я рад, что спас его. В свою очередь, я кое-что узнал. Убить Фидия планировал человек по имени Брисон. Надеюсь, тебе это чем-то поможет. Да. Попрощайся за меня с Периклом и будь осторожен. В Афинах сейчас небезопасно. Ты что, Гораган?